каждый подарок входит игрушка, подобранная с учетом возрастных особенностей и заболеваний ребенка. Машинки, куклы, головоломки, наборы конструктора. Для каждого ребенка нашелся свой подарок. Самому младшему пациенту 11 месяцев. Новый год – это семейный праздник. И те детки, которые вот в семье не смогли встретить Новый год, конечно, в больнице для них это важно. Они лучше себя чувствуют, у них сразу появляются положительные эмоции. И они быстрее выздоравливают. Традиции уже более 7 лет. На подарки для малышей деньги собрали сами сотрудники. Поддержку оказывали и спонсоры больницы. Поздравить ребят пришли артисты из ДК «Алексеевский».